Ранним Рембрандт увлекается грубостью типов, мелодраматическими эффектами. Мало-помалу стремление точно передать внешний вид предметов с их сложнейшими светотеневыми и цветовыми переходами приводит его к живописи тщательно выписанной, опрятной, вылощенной. Он стремится к гармонии голубых, бледно-зеленых и розово-желтых тонов, то есть таких цветовых тонов, которые как бы слиты со сравнительно высокой степенью освещенности. Некоторые ранние картины Рембрандта, Иуда, возвращающие 30 серебряников, Христос и ученики в Эммаусе, свидетельствуют об этой ранней фазе его развития. Эти картины написаны на темы, которые и позднее волновали мысль мастера. Любовь, супружеская верность, преданность и предательство, измена, алчность – вот стороны человеческих взаимоотношений, волнующие художника. В картине «Иуда, возвращающий 30 серебряников» рассказывается о глубокой человеческой драме, о позднем раскаянии Иуды, который раньше был одним из 12 апостолов Христа, а затем предал его за 30 серебряных монет. Перед нами здесь впервые предстает Рембрандт, великий реалист. Он уже оставил далеко позади своего учителя Ластмана и еще не уверенно, но встал в один ряд с Караваджо. Картина Рембрандта произвольно высвечивает пространство части интерьера фантастического храма. Две массивные колонны в глубине слева и справа от вертикальной оси картины срезаются ее верхним краем. Главный поток света, невидимый и могучий, падает сверху и словно зажигает гигантскую распахнутую книгу, оставленную на столе слева от нас, отпрянувшим от стола, повернутым к нам, затененной спиной священником. Отражаясь от нижних листов, свет проносится за его силуэтом направо и освещает центральную часть пола, растекаясь по ней световым пятном, в котором сверкают только что брошенные Иудой серебряные монеты. Его коленопреклоненная фигура трепещет справа, на первом плане, то есть ближе всего к зрителю. От преступника нас отделяют 2-3 шага. Безмерное отчаяние, страх, одиночество и раскаяние преисполняют душу предателя. Бросив деньги перед приходящими в смятение семью первосвященниками на заднем плане между колоннами, Иуда на коленях просит у них прощения, наполовину погруженный в наступающую справа мглу. Он неистовствует и стонет, умоляет о пощаде без надежды получить ее, и все же сохраняет на ярко освещенном, повернутом к нам в профиль и одновременно наклоненном лице, искаженном душевной болью и тоской, проблески надежды. Волосы Иуды, выбиваясь из-под крошечной круглой шапочки, торчат растерзанными пучками. Длинные темные одежды разорваны. Он ломает сцепленные до крови руки, и все его тело скорчено в безумном порыве. И мы невольно проникаемся щемящей жалостью к преступнику, рембрандтовской жалостью, в которой невозможно порой найти даже тень осуждения. Этот пожар в душе осознавшего свое моральное падение человека кажется особенно контрастным по сравнению с внутренним состоянием лицемерных толкователей религиозной нравственности, толстых фарисеев и священников, рассеявшихся на втором плане на полном свету. В их взглядах, устремленных на рассыпанное серебро, читается одна лишь жадность. Некоторые, правда, якобы забыв о том, что сами оплатили предательство, в праведном возмущении отвернулись от несчастного Иуды. В этой картине уже полностью отсутствует академическая согласованность освещения и пространственной композиции. Выразительные взгляды раввинов вынуждают нас все время обращать взор туда, куда хочет направить его художник – на деньги и на кающегося Иуду. Так в целях реалистического воспроизведения жизни Рембрандт открыл новое,
выразительное средство, основанное на светотеневом и психологическом контрасте. Человек. Вот единственный предмет его интересов. Человека изучает и наблюдает Рембрандт, изучает как сосуд, вмещающий сразу и добро, и зло. В этой картине мы впервые вслед за Рембрандтом постигаем знание о том, что люди при всей своей греховности достойны изучения и привязанности. Выбор Рембрандтом такого сюжета, как «Раскаяние Иуды», показывает, насколько отошел он, как и во всех своих работах на библейские и евангельские сюжеты, от традиционной религиозной живописи, до него воплощавшей стремление церковников и феодалов. В качестве запрестольного образа картина Рембрандта не годится. Иуда, презреннейший из людей, для Рембрандта все же человек, достойный сострадания, ибо он раскаялся. «И пораженный я свидетельствую», – пишет по поводу этой картины поэт и политический деятель Константин Гюйгенс, «что ни Протагену, ни Апеллесу, ни Парасию не пришло бы на мысль то, что задумал юноша-голландец, мельник безбороды, сумевший соединить и выразить в фигуре одного человека не только детали, но и целое. Слава тебе, мой Рембрандт». Так 23-летний Рембрандт удостоился сравнения с величайшими живописцами античности, чьи произведения, к сожалению, до нас не дошли.